Привет всем любителям халявы! Я Макс Бубльгум, и в этом видео я не буду рассказывать вам о том, как заработать настоящие деньги. В нем я расскажу вам о том, как надыбать игровой валюты для любимых игр, а также голосов для ресурсов ВКонтакте и Одноклассники. В одном из своих видео я уже рассказывал про ресурс CoinsUp, после чего мне посыпались вопросы, а действительно ли это так? В этом видео я расскажу про еще один ресурс и на наглядном примере покажу, как зарабатываются кредиты. Итак, я хочу представить вам ресурс VAST. Принцип работы этого ресурса такой же, как и CoinsUp. Здесь также необходимо выполнять задания и за это получать какую-то внутреннюю валюту, которую мы в дальнейшем меняем на кредиты. Авторизироваться здесь можно как через соцсети, так и зарегистрировавшись через e-mail. Зайдя во вкладку задания, мы можем отфильтровать их специально для нашей операционной системы. Как мы видим, здесь большое разнообразие заданий, и задания абсолютно разные и разнообразные. Но я буду зарабатывать внутреннюю валюту на примере браузерной онлайн игры Clans. Итак, начинается все как обычно с регистрации. Регистрация здесь самая элементарная. Нам нужно ввести свой логин, имейл и пароль. На этом все. После чего мы выбираем игровую аватарку и можем приступать к игре. Почему я выбрал именно эту игру? Все очень просто. Какое-то время назад я очень много времени тратил, играя в нее. И я примерно представляю, что здесь и как надо делать. По условиям задания нам необходимо достичь 4 уровня. В принципе, сделать это довольно просто. Останавливаться на каких-то тонкостях игры, на правилах, на условиях я не буду. Если вы захотите, я сделаю отдельное видео, посвященное браузерной игре Clans. Моей целью является показать, сколько примерно времени потребуется для того, чтобы выполнить такого рода задания. Конкретно в моем случае, если сверяться с часами моего компьютера, для того, чтобы достичь 4 уровня, у меня заняло чуть больше 15 минут. Нам осталось только обновить страницу с заданиями VAST и удостовериться в том, что наша внутренняя валюта к нам зачислена. Куда же можно ее потратить? Как я уже говорил, этот ресурс сотрудничает с огромным множеством игр, а также с такими ресурсами, как ВКонтакте, Одноклассники и многими другими. Мы по старинке будем выводить деньги в Warface. И так как обменный курс составляет 1 к 5, то в игру мы выводим 100 кредитов. Для этого мы прописываем данную сумму и вписываем email, к которому привязан аккаунт. Нажимаем «Вывести» и ждем всплывающего окна с подтверждением. Также на ресурсе CoinsUp у меня скопилось кое-какое количество внутренней валюты. Ее я, пожалуй, тоже выведу в игру Warface. Заказываем выплату, вводим email, к которому привязан аккаунт, количество кредитов, которые мы хотим вывести, и номер телефона, который на ресурсе CoinsUp обязателен для вывода кредитов. Нам по SMS приходит код подтверждения, который мы вводим и нажимаем ОК. И как мы видим, вывод кредитов осуществлен успешно. И нам осталось лишь посмотреть, как добрались наши кредиты до самой игры. Ждем, пока прогрузится Warface. И да, наши кредиты зачислены успешно, на счету больше 300 кредитов. И я думаю, пришло время их потратить. И я думаю, что лучший способ потратить кредиты являются коробки удачи. Поэтому включаем суеверие и вперед. Для начала выберем пустой сервер, на котором нет игроков. Выберем класс персонажа, на который хотим выбить оружие. А я хочу выбить Макмиллан, потому что мне эта пушка очень нравится. Ну и конечно же нам нужно заглянуть на полигон, взяв в руки калику, которую я выбил с двух коробок. Thank you.
Вы знаете, мне не очень везет с коробками, и этот раз тоже не было исключением. Тем не менее, мне выпали Барретт на 3 дня, Матеба на 7 дней, несколько гранат, варбаксов и опыта, при том, что я не вложил в игру ни копейки денег. А также я на наглядном примере показал, как это делается. Ну а на этом, пожалуй, у меня все. С вами был Макс Бобальгум. Всем приятной игры и хорошего настроения.